Разобрали мы коробочку 5H24, автомобиль Range Rover. Бензин 4.4 до 4 года выпуска. Мы видим съеденный подшипник, высыпанные ролики. Как следствие увеличивается осевой люфт, трещинки уже начинаются. И срезает уплотнение пакета вот так вот. Естественно, начинается пробуксовка движения хода вперед, первые 4 передачи. По фрикционечку видно, что вот они уже гореть начинают, то есть пакет буксовал. Вот также болячка этих коробок — отрыв корзины А по стопору. Наседание поршня, естественно, обрезиненного. Трещина в гидравлюке. Вот в этом филиале, в маленьком, вот здесь трескается. И, соответственно, машина тоже и буксовать начинает. А так, в общем, в меру изношенные под свои там 200-250 тысяч коробки. Это может и больше.